период с 10 декабря по 16 декабря 2018 года в межмуниципальный отдел МВД России Ирбитский поступило 267 сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях. Зарегистрировано 7 преступлений. На территории города зарегистрировано 5 преступлений. Из них 4 кражи, раскрыто 2. Одна попытка угона раскрыта. 11 декабря в средней школе номер 10 неизвестное лицо похитило сотовый телефон марки Samsung, принадлежащий малолетнему 2008 года рождения. Проводится проверка. 12 декабря у дома по улице Октябрьская двое неизвестных, разбив стекло, проникли в салон автомобиля ВАЗ-21093, причинив ущерб женщине 1982 года рождения. 12 декабря неизвестное лицо путем подбора ключа проникло в квартиру дома по улице Свердлова, откуда похитило 3000 рублей и золотые украшения. 13 декабря на улице Ленина неизвестное лицо в ходе распития спиртных напитков похитило сотовый телефон, причинив ущерб мужчине 1983 года рождения в сумме 6000 рублей. Установлен подозреваемый мужчина 1987 года рождения. Проводится проверка. 14 декабря в магазине на улице Маршала Жукова неизвестный похитил спиртные напитки, причинив ущерб компании на общую сумму 2949 рублей. На территории района зарегистрировано 2 преступления, 1 кража и 1 разбой. 11 декабря в поселке Спутник на улице Байкаловская двое неизвестных мужчин в масках причинили телесные повреждения мужчине 1969 года рождения и открыто похитили у него денежные средства в сумме 11 тысяч рублей. 13 декабря в поселке Пионерский на улице Жиганова неизвестное лицо с грузового полуприцепа путем среза похитило электропроводку, причинив ущерб мужчине 1984 года рождения. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, выявлено 314 нарушений правил дорожного движения. 4 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. На специальную стоянку за нарушение водителями ПДД поставлено 4 единицы транспортного средства. Составлено 73 административных протокола, из них за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах 29. Неисполнение обязанностей по воспитанию детей – 14. Уважаемые жители города Ирбит и Ирбитского района, имеющуюся информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, о лицах, употребляющих наркотические вещества, местах сбора и пребывания таких лиц, местах распространения наркотиков, просим сообщать в межмуниципальный отдел МВД России Ирбитский по телефонам дежурной части 02 и 62527.